Более сотни спортсменов из 9 регионов России приехали в Муром показать себя на борцовском ковре. В городе прошли 9-е традиционные соревнования по самбо памяти кавалера Ордена Мужества Владимира Сушкова. На торжественном открытии побывала Екатерина Задовская. До 15 самбистов со всей России собрались во дворце спорта АК. Здесь и новички, для которых соревнования – только первый старт спортивной карьеры, и уже более опытные с серьезными планами на ближайшее будущее. Каждый год к нам приезжают такие вот спортсмены, которые в дальнейшем едут бороться на первенство России. А первенство России будет в июне, так что это очень хорошая подготовка к этому старту. У нас Харитонов едет, Новожилов едет, вот, и едет Карасев Илья, это в тяжелом весе. Вот они будут отстаивать нашу Владимирскую землю на первенство России в городе Кстове. Чтобы не угасли в памяти ушедшие от нас. На боевой встрече присутствовала мама Владимира Сушкова. Ее сын, лейтенант милиции, погиб при исполнении служебного долга. Признается, что каждый раз с большим удовольствием приезжает в Муром. Я пришла сделать радость детям, чтобы увидеть улыбку на их лице и чтобы они эту радость передали другим. Я всегда говорю, я счастлива, что приезжают дети в Муром, и говорю, что низкий поклон родителям, что создают все условия для детей, чтобы заниматься спортом, чтобы быть сильными, смелыми, чтобы растить настоящих защитников нашей Родины, нашей огромной страны, имя которой Россия. Достойные сыновья своей страны. Именно так можно назвать всех участников турнира. Среди юных муромских спортсменов Никита Бекеш. Перспективный и подающий большие надежды. Сегодня он решительно настроен на успех. Считает, что победа в самбо просто так не дается. Ее нужно заслужить. Надо упорно заниматься, потом готовиться к каждым соревнованиям ответственным. Ну, тренироваться еще просто так в выходные. По результатам турнира можно с уверенностью сказать, что наши земляки, несмотря на возросшую конкуренцию, в целом выступили достойно. Муромские ребята взяли 3 первых, 2 вторых и 3 третьих места. Памятными призами спортивного общества «Динамо» были отмечены все участники и гости. Екатерина Задовская, Николай Молоденов, новости Муром.